Ладно, я с камерой. Ну вот смотри, Сереженька сейчас перед своим подходом таскает стойки. Чё бы тебе не помочь, братюня? Или он не просит? Да, он такой заряженный, он даже сам может и стойки потаскать. Как надо. У тебя дела, братан? Все отлично. Все хорошо? Сегодня присел хорошо. 160 на раз, 120 на 10. Так что, набираю чуть-чуть. Отлично. Серик, это у нас была прелюдия, а вот теперь здравствуйте, дорогой Сережа, как вас зовут? Еще раз всем привет. Да. Приятного аппетита, если вы кушаете. Если не кушаете, просто хорошего просмотра. Как ты себя чувствуешь, дружище? Нормально. Все были впечатлены и поражены твоей бицухой. От лица общественности я передаю тебе, что ты охуенный пацан, хотя ты и сам это знаешь. Но в общем и целом все довольны, все ликуют и все радуются. Спасибо, конечно, всем приятно такое слышать. Но я не хочу как-то там возвышать. Круто, спасибо. Что значит не? Давай без ложной скромности. Ты красавчик, молодец. Многих интересует такой момент. Они что-то, знаешь, думали, что ты вот весь такой был, значит, скажем так, спортсмен-спортсмен. Хопа, у тебя что-то резко изменилось, и ты вот стал снова поднимать. Давай проясним момент. У тебя ничего кардинально не менялось, правильно я понимаю? Да, ну, не, ничего вот. Кардинально не менялось. Ну, дорогие друзья, да, я тренировался сейчас... постоянно, ну, как бы я форму не сливал. Единственное, только когда карантин был, немножко приболел, тогда чуть тяжеловато стало, просто у меня сразу падают... сила в ногах, и приходится потом догонять это все. А так я все время тренировался, все время, блин, работал, и чтобы так резко как-то бах и все, ну, типа, если вы думаете, что если я начал пить апельсиновый сок, и в один момент все так изменилось, нет, друзья, это, блин, постоянная работа. Если ты хочешь много поднимать, надо поднимать нормально без апельсинового сока, а потом уже только можно добавлять. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что Сережа не просто так, знаете, я такой супер Головинский пришел, и он резко начал поднимать. Серега выступает по бицепсу с 18 года, да, Серега? Ну, как, я... Причем в ВПЦ... Один раз я выступил, да, я... Поехали мы в Киев, тогда Димончик как раз туда поднял рекорд Украины. Я поднял 75 вторым подходом, третий я не поднял. Тоже я подготавливался, готовился. Слушай, я тебя скидывал этот видосик? Какой? 75. Да, тогда. Да, у меня есть в ленте. Я если что гляну, если у меня остался в архиве, я подожду, если нет, то я у тебя стрельну. В инстаграме. Потому что-то люди думают, знаешь, что ты типа был никто такой, блядь. Вы, блин, вы пишете такую бредичь вообще. Да и ладно. Тут, короче, хуяк, и, короче, блин, все, выстрелил. Ребята, как бы все-таки я мастер спорта по тяжелой атлетике, это, ну, я не со двора пришел сразу вот и начал поднимать. Да, такое. Так, значит, Серик, сколько у нас надето? 160. 160 надето. Значит, сразу личный рекорд. Сколько коллег у тебя? У меня 170 рекорд. 170 у человека личный рекорд, 160 надето. Присел легко. Давай, что, 172,5? Есть у нас 1,25 метра? Да, он есть. Начнем с улучшения личного рекорда. Супер. Поговорили, сколько и... Давай, Сережа, настраиваемся, я тебя не тороплю, вперед. Давай.
Давай мощно! Серег, ну со стороны очень легко. Сколько ставим? Может 80. Давай 80, да, давай 80, хорошая идея. У тебя ничего не болит? Ну, у меня какие-то ноги немного подзабиты, а там полный порядок. Что, вы эксперты смотрели 72? Не, не смотрели. Не смотрели, а что так? Интересно. Я делал соточку на 10 раз. Вот это было интереснее. Сейчас 70, он 80, да, вешает? 80, да. 80 будет поинтереснее. Что там смотреть? Ну, он 85 килограмм набрал. Он приседал 170, чи я не помню. Сколько ты 170 приседал лучше? 170. Что это? Набрал веса, конечно, килограмм 10-15 должен прибавить. Что ты, вот так вот, ну, нажал вес и сразу сходу прилипает килограмм на штанги? Ну, конечно. У нас штангиста сразу 5 килограмм, по-любому 10 должен прилететь, если ты 5 килограмм набрал. Круто, круто. Просто... Ты согласен с этим, что просто отнажирать и будет прибавка к силе? Ну да, комбикорм начал есть, и апельсиновый сок пьет, так что... Пацаны, вы случаем не из интернета, по-моему, вы у меня в комментах бываете. Это мы постоянно пишем, как так, 280, а потом 310 за неделю. Ебать, как ты можешь объяснить, вот было 208, потом хуяк 310 втягивает, пацаны, что это за мания такая волшебная? Ну, работает парень, не на камеру, а на дело. И на камеру тоже. На камеру, когда надо. Да, да. Все, друзья, установлен новый вес. Видите, личные рекорды. Вот всем такую подготовку, когда сплошные личные рекорды. Видите, как? Очень круто, очень круто. Сережа молодец, Сережа трудится. Видите, труд, он основа всего. И фанатизм. Да какой там труд? Все просто так, по щелчку дается. Ну что? Я же генетически одаренный. Вообще никаких ни болячек, ничего нет. Я пришел, сразу начал поднимать, вес набрал, сразу прилипли килограммы. Серёжа, сколько совокупное время вот в спорте, вот всего? С 2014 года. А, ну да. Нет, сейчас, подожди. Бля, я в 2014 уже 300 жал. Подожди, сейчас. Да. Это получается 7, да? Почти, ну где-то 13,5, ну где-то в общем к 14-му ближе, уже это был конец 11 класса, когда я начал заниматься тяжелой атлетикой. Я еле уговорил отца, чтобы поехать в зал и начать тренироваться, он мне ни в какую не хотел. А сколько тебе сейчас полных лет? 24. Да, летом в один же день с Дмитрием. У нас Серега день рождения в один день, представляете, друзья? 25. Я узнал, я охуел. Блин, надо не материться, меня ругают за мат. А чем больше меня ругают, тем больше у меня мата видео. Давай, Серега. Собрано, давай. Устроился? Личный рекорд. Серый, пожалуйста, не борись, береги себя. Если что. Друзья, мы не ставим на страховку никого. Пацан умеет бросать вперед. Я предложил вам вначале, чтобы я, если что, менялся. Что вы знаете, что ловить пацанов я умею, но Серега сказал, что все нормально. Поэтому мы смотрим, мы наблюдаем, мы болеем за нашего атлета. Давай, собрался! Вот это легкость. Ой, боже ж ты мой. Легко и красиво, слушай, ну вообще. Это такое, знаешь, вытрушивает, что ну непонятно. Ноги себя ощущают как-то странно, но видишь, ну, смотри, со стороны легко выглядит. Со стороны очень легко. Значит, давай 85, как ты и загадал, и достаточно. Да, и ну все. Как бы закончил. Да, да. Хороший я прибавил. Давай посмотрим, как жмет наш Альберт. Вот это, блядь. Вот это у тебя пузанчик, слушай, красивый такой. У меня тоже такой раньше был, боже мой. Давай, Альбертик. Хитрый штраф, давай. Поехал. Но лопатки сводить тебя не учили, да, братик? Пивко залетало уже сегодня? Нет, такое текила. Текила? Текила и стероиды. И жмешь потом сразу. Сейчас рыгану.
Короче, как твои будни? Рассказывай. Рабочие. Люди как-то, знаешь, налито все готовятся, все хотят тренироваться. Подснежники уже пошли? Они всегда были. Они всегда бывают. Периодически. Они приходят и уходят, приходят и уходят. Не без этого. Какие есть такие, ну вот скажи, да, ты тренер. Есть какие-то прям абсурдные цели? Ну, помимо там, хочу бицепсы, сиськи, не знаю, бицепсы, пресс. Давай, наверное, начнем с того, что есть у нас дети ходят. Да. Вот у нас возрастная категория непонимающих людей, что делать вообще в зале. Это начиная, наверное, с 11, с 12 лет и лет до 16. Им говоришь и убираешь за собой, и говоришь, начни даже с подтягивания, отжиманий элементарно, да, там укрепляют. Это сколько лет на скидку человеку? Да, в разных возрастов приходят лет 12-14, ага. И они тут бегают, непонятно, что они тут делают. Вот, знаешь, суета называется. Лишь бы куда-то толпой прийти, что-то поделать. Только так. Суетолог! Суетолог! 85, у нас надето строго, 3,25, пятерка, 2,5. Все, как мы говорили, пацаны, понавешивали дикую легких бревнов. Вообще, это что-то на... Мне такая, да я ору, мне все равно, честно. Я сейчас вообще не реагирую на эти. Мне просто даже по приколу почитать. 110, 110. Что, друзья, вес ответственный. Посмотрим, как Серега справится. Я думаю, что справится он легко, вы видели. Надо Сережу справляться. Как Серега возьмет, присядет, взял на грудь, отошел два шага, присел, встал, готово. Да. Дело не хитрое, слышишь? Наверни, давайте ему зайчик. Да, это нормально. Давай, давай, давай. Смотри, как он скромный. Так же поинтереснее, да, друзья? Сразу чувствую, что вот такое что-то витает. Все нормально, братан, сконцентрируйся на приседе, давай. Давай, Серый, мощно. Все, встал, давай, работаем. Оп! Немножко пошатало, но встал уверенно. Где-то давануло немного просто. Немножко пошатало, да. Я начал вставать, когда плыть начал. Да. Я сам. Где-то, наверное, просто отвлекся немного там. Никита кричал. Слушай, 185 на груди, у меня лучше 200 на груди. Ты 185 на груди. Ну, я просто сажусь, ну понял, я отхожу, чувствую, вроде она такая легкая, играю. Начинаю садиться, чувствую, что мне где-то начинает плыть. Я такой встаю и подплываю, такой, не-не-не, надо вставать, все. Вот, где-то просто немножко передавило, я же не привык давно к таким местам не подходить. Если ты имеешь в виду, поплыла, сознание начало терять? Да. А, ну слушай, бывает, бывает. Ну, блин, на груди часто такое бывает, особенно на соревнованиях. Некоторые на грудь берут, стоит, вдыхают, да, и передавливают. Есть. Просто падают. Да. Слушай, ну как ты себя чувствуешь? Скажи мне, после такого тяжелого подхода личный рекорд увеличен сразу до 15 кг, как и пророчили наши эксперты. Вес набрал 5 кг, значит 30 кг должно прилипнуть на штангу, значит ты еще не добрал. Да? Блин, да, надо еще постараться, еще 15 добавить, чтобы было 200. Чтобы пацаны остались довольны. Да. Ну что, супер, красавчик, поздравляю тебя, Серый. Ну, блядь, последние три тренировки, которые мы с тобой снимали, это просто, ну, что-то с чем-то, я не знаю. Я стараюсь. Может, луна вышла из-за тучи, я не знаю. Может. Открылась сила. Может быть, да. Но я стараюсь просто не подводить и исправлять свои ошибки, которые были допущены, работать над тягой, работать над бицепсом. Работать над всем. Да. Всем работаем, друзья. Технически. Уверенно, технически. Мы не теряем головы. Мы работаем строго в рамках, которые себе обозначаем. Это все разумно, это все вдумчиво. Не гонимся за удачей, что называется. Делаем все вдумчиво и аккуратно. Не хочется делать лишь бы как, чтобы выйти на какой-то максимум. Просто делаем уверенно, с опасом, как положено. Красавчик. Вот. Все, ну всем пока. Да, увидимся, друзья. Пока-пока, удачи. До новых встреч. Что вы можете сказать по этому поводу? Насчет приседаний?
это вообще? Я что, уточнял? Надо больше колоть, больше глотать. Сколько ты на штанге? 110. Сколько будет 2x2? 4. 6 умножить на 6? 36. О боже, сука, кого ты воспитал? Я его не воспитывал. Просто стероиды повышают мозговую активность. Нихуя себе. Это было эпично, да.